Ну что ж, ребята, всем привет. И мы продолжаем проходишку по названием Киберпанк. Let's go. Джейкоб вернул свой глаз, так что заказ я закрываю. Но мы с тобой оба знаем, что работа была сделана кое-как. В следующий раз постарайся меня не разочаровывать. Заказ закрыт, спасибо. Окей. Постараюсь. Так, что у нас тут? Мордобой есть и какое-то задание. Так, что, как вас так? Не, вообще? Нуль реакции. Ну ладно, ладно. Топ, а, вы в одном месте? Господи. Что-то неправильно. Так-то. Разгибать нахуй ебучую систему! Я возьму одного, второй меня спалит. Вот так вот. Можно. А, точняк, у меня же свист есть. Че тупить? Взял свист, ну и все. Нормально. А вот за манду иди, отвечай, братан. Как мужик. Нашел тут манду. Чёртовы боты. Так, вот запрос нельзя. Печально. Заходим, дрова. Всем привет. Ты слышишь, это твой по ночам? Зарежут его. Тише. И полиции тут не вызовешь, только тигров разозлишь. Да знаю. А их самих тигры, значит. Страшно. Тигры, значит. Так, reconnect. Так, бдэпи. Так, P5. Перфекто. Так, вот фига нету. Чучки, что тут у нас патроны?
себе палочка. Ух ты. Сута новая. Так, ну я что-то тут вообще никого не вижу. Как-то странно. Мани. Так алло, а где враги-то? Точно круто. Может, перебились. Берется. Куда же все подевались? Неужели на крыше? Неужели все на крыше? Не пальни ненароком. Как ты меня нашел? Через фиксера на GPS. Давай лучше драться, наверное. Ничего личного. Я тут по заказу от фиксера. Отдай краденые препараты, и я исчезну. Краденые? Баллы передол их вообще не действует. Так кто тут у кого украл? Кто? Риперы. Вот настоящий. Сказано тебе, не двигаться! Стой, погоди, стой. Я понял, не буду двигаться, сори. Мне кажется, могли это мирным путем пройтись, не применяя силу. Давай хотя бы попробуем. Блин, случайно шагнул. Случайно это сделал. Стоять! Ладно. Ты только не пальни ненароком. Как ты меня нашел? Ничего личного. Я тут по заказу. Сказано от фиксера. Тебе, не двигаться! Отдай краденые препараты, и я исчезну. Краденые? Баллы передол их вообще не действует. Так кто тут у кого украл? Кто? Риперы. Вот настоящие бандиты. Баллы передол? От киберпсихоза? Я не псих! Тихо. Заткнись! Уходи! Раз не действует, то дай мне его. Дай брата или вызову Макстак. Отдай препараты. Раз не действуют, они тебе не нужны. Все вы из одного теста. Риперы, политики и этот пидорас Холт. Ну, вообще, есть некоторые отличия. Заткнись! Ублюдок воровал из фондов. Крал деньги на исследования. Он не думал о больных. Ничего. Недолго ему еще. Я найду его и прикончу. Не террорист, ты солдат. Вижу, разговор себе исчерпал. Делай, что хочешь. Ну, давай, бегом! Но дай мне препараты. Его смерть ничего не изменит. Давай, ты не террорист, ты солдат. Militech HGS-47 с полимерным усилителем.
Ты был солдатом. Третья легкая дивизия, 155-й пехотный полк Милитеха. 7 лет в джунглях. Там все было проще. А потом началась болезнь? Меня выкинули, как сдохшую батарейку. Это не повод становиться террористом. Ахмед. Где ты служил? В Бразилии. Все помню, как сейчас. Грязь в сапогах, грязь на роже. Ни минуты отдыха. Как брейн-данс, который гоняет по кругу и не выключишь. Воспоминания еще живы? Живы. Только нет адреналина. Нет братства. Блять, как быстро обо мне забыли. Да все я понимаю. Ты зол, что тебя все обманули. Не только меня! Знаю. Но если убьешь Холта, тебе и таким, как ты, будет только хуже. На тебя начнется охота. Уходи. Уйди, пожалуйста. Знаешь, что я не уйду без препаратов. Забирай. Я хочу побыть один. Во! Finally. Аллилуйя. Не надо было ни с кем сражаться. Спокойно поболтали, о нем чуть-чуть узнали. Сиди, кайфуй, как говорится. Типа, ладно, давай, пока, удачи. Стоп, не показался ли это был выстрел? Стоп, он чё, себя застрелил, что ли, там, или... О, дурак! Не показалось! Зачем, про? Капец. Это не вариант был, братан. Это не вариант был. Ну вот. Просев солдату. Ставить лекарство по почтомате. Оп! Я тебе прыгнул, сука. Так, где у нас почтомат? Так, не понял. А, что? А, тут третий пришел, смотри. Ну, типа, положить. Так. У нас тут мордобой рядом. И еще какое-то задание. Задание, неизвестное место с заданием. Еще неизвестное место с заданием. Понятненько. Так, тут у нас баганая, тут у нас сюжеточка. Сюда мы вроде как попасть еще не можем. И тут задание, тут очень высокий. Не по уровню. Хорошо. Alright. Туда.
Стоп. Тормози, давай, грузись. Тут еще место нашел. Что-то про мордобой забыли. Я-ка. Как бы тебя отвлечь? Стоп, а я не могу с учем. Не понял. Меня спалили, что? На бой еще? Какого хера? Ура, баги, я забыл про вас. Ой, дня. Обожаю баги. Баги for life. One love. Ебань, как далеко мне надо бежать, алло. Ясно. Ага. Она еще здесь гуляла. Охренеть. Не круто. Надо, жди меня. На тебя амнезию. Что ли? Ну вот, мне придется тебя убить. М? Ага. Видите, блин. Бесполезная штука, блин, это амнезия, блин. Вообще плевать. Офигенно, что ли? Что еще могу сказать? 3, 4, 5. Я иду искать! Ой, базарю на сотку, она сейчас просто назад повернется. Или нет. Ладно, повезло, значит. Давай не будем время тянуть. Вылезай. Все ясненько. Т.
То есть я могу сделать вот так. Делать так. Типа раз они не поворачиваются. Сделать так. Короче, понятно все. Все ясно. Все с ними ясно. Повезло мне, что ты рядом оказался. Все, на мне. То есть он на разбор пойдет. Ну и же на продажу. Пять, один, один, с. БД. Пять, пять. Идеально. Перфекто. Белиссимо. Почему я не могу себе забрать официально? Типа вот так сделать. Жалко. Не понял. А вон. Радио не работает тут. А реально не работает, что за? Ну-ка, Night FM. Так, ладно, тачка забаганная. Не мое радио. Что за... Так, секунду. Так. Помощь при прицеливании в ближнем бою. Зачем? Не надо. А, не, во. Наивыше можно ставить. Look at this. Ха. Ладно, пусть высокий будет. Так.
Well, well. Сюда давай, наверное. Или мне я выключил его? Во, лилу. Опять? Что ж такое? Что с этим радио не так? Ля. Сейф. И проверим, что тут творится в твоем холодильничке. Ля стелс. Ля стелс. Бум. Тихо. Ого, чё себе молоток у тебя? Неплохой. Так, ну, вроде бы тут пока все. Да, тут все. Моцик, нет, спасибо, не хочу. Ты что творишь? Они уже детей изуродовали, а зачем? Оказывалось, это не было бага, просто я невнимательно был. Окей. Я отправил письмо. So, ну, тогда, наверное, сюда, тут выполним, потом сюда, тут выполним. Потом надо будет сюда. И так далее, и так далее. Мы
Ви, мне надо вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернешь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме. Alright. И 9-5-5. Хотя бы не можно 5-5. Один С. Да, найс. Как ты уже знаешь, в Кабуке новый фиксер из СССР. Он уже несколько недель занят тут каким-то крупным проектом. Ты поможешь мне выяснить, каким именно. Нужно украсть чип, на котором он хранит информацию. Подробности об этом товарище я приложила. Это не товарищ, это комрад. Так, тебе бы надо отвлечь, братишка. Заблокировано? Нет подключения к электросети? Что? Я вот думаю, что сила в правде, а не в деньгах. Как, правда? Денег нажил. И чё, ты сильнее стал? Мне надо выпить. Слышь, задолбал проповедями. Не стал. Вот тебе и ответ. Ты обманул. Правда от тебя ушла и сделала обманутого сильнее. Чем могу помочь? А, у меня клиент. Надо идти. Простите, сэр. Отлично. Какая интересная программа. Дело у вас не очень. Как-то у вас тут пусто. Ты уебище лесное! Ой. Это был доступ, кек. Я перед ним взял, да. Блин, я думал, это просто там запись, там письмо какое-то. Ай, ё-моё. Кибертапок. Меня клиент. Как-то у вас тут пусто. Простите. Ну, сэр, Кабуки теперь не самый оживленный район. Что, опасно стало? Нет, просто туго приходится, денег нет. Хм, комната нужна. Или все-таки взломать? Я хочу попробовать, как он, что он будет делать. О, интересно. Какого черта? А-а-а. И типа мог. Понял. Мне нужна комната на верхнем этаже. С видом на город. В настоящий момент могу предложить только комнату на предпоследнем этаже. Оттуда открывается роскошная панорама Найт-Сити. Сколько за ночь? Пожалуйста, взгляните. Ага. Я понял. Он смотрит, я такой... Понял. Это 54-й канал. О, интересно. Какого черта? Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Понял. Мне надо подумать. Конечно. Будем ждать вашего возвращения. Базара ноль. Я вот думаю, что сила в правде, а не в деньгах. Кто в руках правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то. Денег нажил. И чё, ты сильнее стал? Слышь,
задолбал проповедями. Не стал. Вот тебе и ответ. Ты обманул, правда от тебя ушла и сделала обманутого сильней. В этом есть смысл. В какой-то степени. А ему тут как-то вообще фиолетово. Техничка менее. О. Круто. 1 БД 1. Блин. Как бы так. Ну, БД и чё? И всё, типа. Давай, выходи, сыкло! О, смотри, не получилось, спалили. Ха. 1-5-5-5-5. Так. 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 Так, так. Идеально. Тоже биконнект. ЕБД-1, БД. ЕБД-1. ЕБД-1, БД. Ладно. Сойдет. Что ли? Ну давай, гнида, покажись. Сейф. Ну, сэр, что вы решили? Не понял, ты там через стену, не ты там так. Бля, нужен перекур. Ты так не надо. Чего? Нет прав. Есть права. Все у нас есть. Все мы достали. Закрыто, закрыто. Ага, понял. А тут что такое? Типа трупики прятать, так понимаю. How I suppose. Так, а что наверху у нас? Угу, крыша. Крыша. Опа. Ладно, тут, я думаю, не надо. Это, наверное, выход оттуда. Не взломать. Тут стекло. Ну-ка, как было бить? Упс. Не туда. Так, во-первых, сейф. Во-вторых,
Мне, смотри, ломаются. Давай, 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 давай. Такс. Найс. Фу, пролезли. Силой богатырская. Баба. Вот я в апартаментах. Алло, где мой запрос? Чё за хэ? Переговоры. Как скажешь, милая. Я просто пошутил. Пошутил и будет. Что-то дорогой как-то резко. Ой, ты куда идешь? Ее отвлечь как-то. Что видела? Пойду проверю. Здорово. Говорится, безопасность безопасностью, но справедливость будет торжествовать над плохишами. Так, идея Эх, зафейлил. Ну, хотя бы столько. Хотя бы стёка. Очкарик. Да хоть на тебя поглядеть-то. Да хоть на тебя поглядеть-то. Ну, такой бизнесмен. Ой. Черт. Блядь. Чтоб тебя.
кладбище лесное. Ой. Все-таки сюда пришли, да? А, не по левелу, тварь. Стой. Да не по левелу. Опасный. Все. Горит, я думаю. У нас потери! For real. Да! Да! Хе-хе, бай. Бай. Ну, теперь уже точно все. Пудов. В смысле бой? Найди дефа, где вы тут бой видите. Сук. Еще. 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 Как-то стекло странно вообще ломается здесь. Во. Да, P5, 1B5. 5 надо потом BD, 5, 5BD. Сука! Не туда. Money. Here comes the money. Садик, класс. Свой садик на крыше — это не хухры-мухры. Ну нафиг, так полдня будешь пить, блин. Выбивать стекло, из него вылазить. Того не стоит. Ну, не знаю. Вроде как все обшарил тут. Да. Дай вниз, пожалуйста. Отлично, у меня хп 2 до 8. Да, я думаю, тут серию какую-нибудь на час сделаю специально. Как будет сегодня особенная серия. Противник! Вступаю в бой! Оу. Да ты...
шаришь, смотрю. Только тут такая проблема, вам... Ты против дробовика, ничто, понимаешь? Ни, мадафака. Всё. Вот так вот. Теперь у меня, наверное, прав. Вот курва. Книдшот. Это себе сидит так чилит. О, смотри, встал. Ты чё, нападать будешь? Серьезно? Ты серьезно? Понимаю. Он же не умер. Не ври, ты живой. Дробовик-то хороший. А вот баги тут нехорошие. Я не знаю. Извини, братан. Но этот огонь хороший, не ссы, Тор. Он тебе вреда не навредит. Вроде как. Живой? Живой. Зивой, все как. Alright. Сюда, наверное. Да, сюда. Так, что мы по моей тачке? Пропало. Обидно. Чип у меня. Отлично. Отправляю координаты места встречи. Там тебя будет ждать клиент. Я пойти с кем-нибудь. Почему я себя чувствую агентом корпоратов? В чем замут? Потому что наши клиенты китайцы. Китайцы? Ты вроде не любила совать башку акуле в пасть. У всех бывают долги. Ты знай, делай свое дело. Что будет, если ты не расплатишься? Что будет, если ты не заплатишь? Не знаю и знать не хочу. Вот потому и хватаюсь за любую самую мутную работу. И что за долг? Старая история. Покопалась в грязном белье и понадобилась помощь. Какая помощь? Слушай, я сую нос в твои дела. Лезу без мыла в твое прошлое. Нет, не лезешь. Да расслабься, это я так. Просто тебе же все равно насрать, а я не хочу вспоминать лишний раз. Так что проехали. Ну, идешь навстречу или как? Я в пути. Ви, подожди. Ну? На месте не задавай вопросов. Их это бесит. Блин. Я постараюсь. Ну, я люблю, когда... Они больше о себе рассказывают. Слушайте, как думаете, я до тут допрыгну? Я, конечно, не уверен, но... Думаю, постараться можно. Нет. Точно нет. Вот видите, блин. Вот, и мне звонили, эх. Ответил бы, что ли, напоследок. Как же так? Стоп. А, блин, а чё я туплю, ё-моё? Чёрт из два. Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вел себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт. Да, это, конечно, круто все.
О, невидимая. Курва. Блин, я упал случайно. Сука. Блин. С низким фпсом еще это немного тяжело сделать. Конечно, я вообще так не должен делать, но... Тут уже мои тараканы в голове играют. Так. Тихонечко. Но что не так было? Вот что не так, братан, было? Короче, сейф. Давай! Ух. В хорошем ты месте появился, брат. Я понял. Найс. Не понял. У вас снайпер есть? Все. Ну, пусюки. Братан, ты не обижайся на... Да. Но я не буду терять только момент. Репутацию за тебя получу, поэтому... Адиос. Дед. Я тут о нем хорошо слышно. Трупак увидел. Сиди потом и хиливай. Жесть. Багом опять, кстати говоря. Вот как. Лазастики херово.
Блин, хорошо засейвился, конечно. Вот что, глаза на жопе, что ли, реально? Так потом лучше у тебя, наверное, нет. Первый. Или нет. Или да. Я не знаю. Ладно, снимем тебя. Так, я надеюсь, на тебя можно будет применить. Во-первых. Запрос. Его забрать. Курва. А, блин. Вот я не знаю, как тут прыгать на них. Тяжело очень. Таких моментов, когда они вот прижали к стенке, ну, тут, наверное, одним вариантом еще как-то более попасть можно в прыжке. Потому что, ну, сзади не подберешься. Отвлечь никак, здесь нету ничего рядом. Ну, могу свистнуть, конечно, но... Сейчас я попробую еще. Я не сдаюсь, я попробую. Наверное, будет что-то с чем-то, если это сделаю. А! Я чуть не обосрался. Нет, нельзя, блин. Задевает крышу. Не могу. Ну вот. Так, тут, наверное, надо сделать вот так. Стой! Курва! Вот ты говорил, типа, город силы. Не выспался, что ли? Я? На себя посмотрел. Чё? Найди второй. А, не помечен. Вот это на. Ну чё там ещё? Ах ты книга! Да. Это был враг моментум. Просто. Враг. Пожалуйста, не надо!
Ладно. Фиг с ними, не буду перезагружать. Последний, в принципе, вроде двое было. Поэтому да. Поэтому не вижу смысла. Тут, типа, идеальный стелс вообще ни на что не влияет. Ни на репутацию, как я заметил, ни на что. Поэтому да, так. БД-9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 
А, лоханулся. Три пятерки, один С. Активной дубом. Типа... Понятно. Так, что такое? Что с тобой не так, а? Что такое трудное, а? БД. Охуеть, что за дичь? Алло. Что за фигня? 5, Е9, 11, Е9. 5, Е9. И все. 5, Е9, 11. Ну, Е9. БД, Е9. БД. Е9. Во! Хорош. Блин, так бы сразу бы дали, что ли. Так, что тут по хабару-то хоть? Я, короче, вдалеке слышу, как трупак умер. Або что-то ударился об асфальт, походу. Ну, типа, окей. Сам по себе. Неужели тут кто-то живет, господи? О, круто. Текстуре. Класс. Еще и выкинуло. Кто позаботится о моей маме? Вот плохо, когда мамы нет, братан. Так, что это? Заказ. Солдат-шпион. Ух ты, что-то новенькое. Что-то новенькое. Из всех типов заданий. Дополнительных. Ну ладно, гайс, я думаю, продолжим мы уже в следующей серии. Тут мы закончим. Да, тут, я думаю, закончим.